того Бориса Александровича Улитина. Борис Александрович, прошу вас. Знаете, уважаемая публика, я в России. Тут такого, хотел сказать, наградили, нет? Тут такой концерт, такой спектакль. В общем, у меня в голове все смешалось, как в доме Облонских. И я, у меня какие-то выкладки были, я понимаю, что надо сворачиваться. Дело в том, что несколько дней тому назад, перейдя на спектакль, я встретился с куратором проекта Мариной Викторовной Быковой. Она здесь? Нету. Да. Ну и ладно. Она мне торжественно вручила книгу, которая презентации сегодня подвержена. И тут же настоятельно потребовала, чтобы я выступил. Я, значит, сказал, ну ладно, ушел, пришел домой. Вот так вот книжку раскрыл, вот так вот, на середине. И что вы думаете? И попал на физиономию своего лица. Опа, сказали мы с Петром Ивановичем, тут есть смысл покопаться. И я вошел в материал. И я стал листать ее, проверять, и увидел свою физиономию не один раз. И свою фамилию увидел в тексте не один раз. И вы знаете, мне пришла в голову хорошая мысль, что по крайней мере 20 лет с гаком моей жизни в театре под руководством героини книги прошли не зря. Ведь понимаете, какая штука, что мы вот работаем себе, работаем, и в суете дней, в рутине, вся наша работа и наше мысленное состояние, оно как-то размазывается и растворяется. А тут все сконцентрировано было. И когда я познакомился с материалом, я понял, что не зря я эти 20 с лишним лет сотрудничал с героиней наших дней, наших. Вот. И что-то еще и сделано было, и есть смысл не останавливаться и не залегать на диване. Это раз. Следующий аспект. Я из этой книги наконец-то, к стыду своему, узнал факты биографии героини. Так все, Татьяна Сергеевна, она сама не любила рассказывать свою биографию, и, может быть, правильно делала. Я не спрашивал из тактичности. А тут я все узнал. Как родилась девочка, как она росла, как она целеустремленно стремилась через тернии к звездам. И я был тронут такой последовательностью в жизни. Это второй аспект. Третий аспект. Я еще, ну, всю книгу прочесть было невозможно за эти дни, но я прошелся по разделу воспоминаний и интервью моих коллег, товарищей артистов, которые говорили о Казаковой. И вы знаете, все они люди разные, с разными темпераментами, с разными взглядами на наше дело. Они были предельно откровенны. Они не скрывали всех трудностей сотрудничества. Но в конечном итоге все они, включая меня, который тоже там отметился, пришли к одному выводу, что работать с героиней нашей книги можно и нужно. И как это называется,
консенсус, да, есть такое слово непонятное, он всегда в конечном итоге проявляется. Поскольку я сам себе приказал закругляться быстро, я сейчас подойду к финалу своего выступления. Это как Сергей Анатольевич Кузнецов все обещал закончить и никак не мог закончить. Так я закончу. Дело вот тут еще. Я в конечном итоге, Оля, благодарен вам за то, что вы включили мое скромное имя в контекст, потому что это очень нужно артисту, чтобы его упоминали, по крайней мере. Вы упомянули. Спасибо. Ну и само собой, спасибо и Татьяне Сергеевне, потому что если бы не ее бурная творческая деятельность, то у вас бы не было бы никакого повода упоминать Юдитину в своей книге. Так что спасибо и вам, и вам. И вам. И вам всем спасибо за внимание.